Трипал, расскажи про обрезание. Очень информативно будет для пацанов. Болезненная для многих тема. Ща расскажу. Сгонять на море практически даром, скушать бургер со своими друзьями, ничего не заплатив, или слушать любимую музыку на халяву, кажется невероятным, но SalesMap – это агрегатор всей халявы в интернете. Щелкай по закрепленному комментарию. Традиция обрезания пошла от кочевых иудейских и арабских народов, так как они не имели систематического доступа к чистой воде и, соответственно, к гигиеническим процедурам, они были вынуждены, чтобы избежать инфекционных или воспалительных процессов у твоего дружка, делать обрезание практически с самого рождения. И очень часто пацаны волнуются и говорят: мне нужно снизить чувствительность и все такое, я ради этого сделаю обрезание. Не стоит спешить. Систематическая гигиена вместе с твоей мочалкой и так нормализует твою чувствительность. И зачем убирать лишний кусочек твоих нервных окончаний?